проспекте произошло ДТП. Напротив парка Победы при движении в сторону области столкнулись два автомобиля – Nissan и Kia. Как пояснил водитель кроссовера, ему стало плохо, и он на полном ходу врезался в попутный автомобиль Kia службы такси. От удара кроссовер вылетел с дороги, врезался в столб освещения и отлетел снова на дорогу. Медики осмотрели водителя кроссовера, от госпитализации он отказался. Все обстоятельства ДТП выясняют сотрудники ДПС. Пожарные ликвидировали открытое горение в ангаре на площади 800 квадратных метров в столичном районе Нагорный. Об этом сообщила пресс-служба Главного управления МЧС России по столице. В 20 часов 12 минут в оперативную дежурную смену Центра управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России по Москве поступило сообщение о пожаре по адресу Нагорный проезд, дом 10. По прибытии пожарно-спасательных подразделений было установлено, что происходило возгорание в одноэтажном отдельно стоящем ангаре. На месте пожара был развернут штаб пожаротушения. В 21 час 7 минут принятыми мерами пожар был локализован на площади 800 квадратных метров. Открытое горение ликвидировано, говорится в сообщении. На западе Москвы в результате ДТП в реку упал автомобиль такси. Пассажир получил травмы. По предварительным данным, в районе дома номер 24 по Бережковской набережной произошло столкновение трех единиц техники, после чего один из автомобилей Hyundai Solaris службы такси отбросило на тротуар, где он пробил чугунное ограждение и упал в акваторию Москвы-реки. В результате ДТП травмы получила девушка-пассажир такси. Отделавшись ссадинами и ушибами, от медицинской помощи она отказалась. Водителю такси удалось выбраться из салона и впоследствии выбраться на берег. На место ДТП прибыли оперативные службы города, сотрудники ГИБДД, спасатели и специалисты службы дорожного патруля. Для подъема автомобиля из реки был задействован кран пожарно-спасательного отряда номер 204. Водолазами при помощи строп автомобиль был зафиксирован, после чего был поднят на берег. Движение транспорта в районе места ДТП было частично затруднено. Обстоятельства ДТП предстоит установить сотрудникам госавтоинспекции. ДТП на 35-м километре внешней стороны МКАД. Водитель грузовика с полуприцепом не справился с управлением и на снежной каше машину развернуло поперек проезжей части. Дежурившие неподалеку сотрудники ГИБДД Юго-Западного округа своевременно оказали помощь водителю. Они остановили другой большегруз, который вытянул застрявшую фуру. Движение транспорта на Варшавском шоссе в столичном районе Нагорный восстановлено после возгорания автомобиля. Об этом сообщила пресс-служба Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.
Движение восстановлено, отметили в Дептрансе. Ранее сообщалось, что в районе дома номер 87 на Варшавском шоссе загорелся автомобиль. Из-за происшествия было занято две полосы движения транспорта в сторону центра города. На Петрозаводской улице в районе дома номер 46 в 5 часов 40 минут произошло возгорание автобуса, следовавшего без пассажиров. Водитель, заметив задымление, начал тушить его своими силами. Также сработали системы противопожарной защиты. Позже на месте работала пожарная бригада. Пострадавших нет. Автобус ЛиАЗ 2012 года выпуска. Последнее ТО проводилось в сентябре 2021 года. Автобус прошел предрейсовый осмотр. Вышел на линию в исправном состоянии. Точную причину произошедшего установят эксперты совместно с производителем. Руководство Мосгортранса проводит служебную проверку по данному факту. Последствия ДТП в центре Москвы. Водитель автомобиля Nissan, двигаясь по Леонтьевскому переулку в районе дома номер 8, не справился с управлением и выехал на тротуар, где совершил наезд на препятствие. На пути Nissan оказались дорожный знак, а затем паркомат. Сбив их, Nissan отбросил снова на проезжую часть, где он завис на опорной конструкции паркомата. По некоторым данным, сразу после ДТП водитель Nissan скрылся с места ДТП. Очевидцы происшествия вызвали на место ДТП сотрудников полиции и службу дорожного патруля. Автомобиль эвакуировали с помощью эвакуатора. Автомобиль такси перевернулся в результате ДТП на 91-м километре МКАД. Водитель Kia Rio службы такси двигался по внешней стороне кольцевой автодороги. В районе 91-го километра он не справился с управлением, машину занесло, после чего она столкнулась с отбойником и впоследствии опрокинулась на крышу. К месту ДТП прибыли оперативные службы города. При помощи спасателей автомобиль удалось вернуть на колеса. Предварительно ДТП могло произойти из-за несоблюдения скоростного режима во время плохих погодных условий. ДТП на западе Москвы. Ранним утром на Кутузовском проспекте произошло ДТП. В районе дома номер 22 столкнулись «Шкода» службы такси и уборочный трактор. В результате столкновения травмы получил один человек. На месте ДТП работали оперативные службы, сотрудники ГИБДД, пожарный расчет и специалисты службы дорожного патруля. В результате ДТП при движении в сторону области скопилась автомобильная пробка. Обстоятельства ДТП предстоит установить сотрудникам госавтоинспекции.
Тинау, город Московский. В одном из дворов загорелся припаркованный автомобиль Volkswagen Polo. Свидетелями происшествия стали местные жители, которые вызвали на место ЧП пожарных. Очаг возгорания находился в моторном отсеке. Очевидцы полагают, что возможной причиной возникновения пожара могла стать неисправность в электропроводке автомобиля. Прибывший пожарный расчет ликвидировал возгорание. Пострадавших в результате ЧП нет. Машину подожгли. Сейчас оторвется. Пиздец, бля. В центре Москвы голый мужчина пытался угнать правительственный автомобиль. Инцидент произошел на улице Воздвиженка. Полностью голый мужчина резко подбежал к иномарке, стоящей на парковке, и попытался вытащить из салона водителя. Нападавшего задержали. Мотивы случившегося выясняются. Автомобиль служебный. Один человек госпитализирован после ДТП на юго-востоке Москвы. На Мечковском бульваре у дома номер 18, корпус 1, столкнулись внедорожник Cadillac Escalade и автомобиль Hyundai Solaris службы такси. В результате аварии внедорожник вылетел с дороги в сугроб, а машину такси отбросило на остановку. На место прибыли оперативные службы города. Водителя такси госпитализировали в больницу. Обстоятельства ДТП устанавливаются. ДТП на юге Москвы. Столкнулись Kia Rio, служба такси, кроссовер Hyundai и Volkswagen Polo. Автомобили столкнулись на пересечении улицы Мусы Джалиля и Задонского проезда. Предварительно один из автомобилистов проигнорировал запрещающий сигнал светофора. После столкновения все автомобили раскидало в разные стороны. В результате ДТП травму получила женщина. После осмотра медиками было принято решение о ее госпитализации. На месте работали сотрудники ГИБДД и ЦОДД. Движение транспорта осуществлялось в штатном режиме. Три автомобиля столкнулись на внутренней стороне Садового кольца в районе Смоленской Сенной площади. Движение в районе аварии ограничено. Об этом сообщила пресс-служба Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы. На внутренней стороне Садового кольца в районе Смоленской Сенной площади у дома 28 столкнулись три автомобиля – Mercedes, Maserati Levante и Nissan Tiana. После столкновения с «Мерседесом» элитный кроссовер «Мазерати» отбросило в сторону, где он врезался в «Ниссан», выезжавший со стороны Глазовского переулка на Садовое кольцо, после чего оба автомобиля выбросило на тротуар. В результате ДТП травму получил водитель «Ниссана». На месте ДТП работали оперативные службы города. В Дептрансе уточнили, что движение в районе ДТП ограничено по одной полосе, для проезда свободны 4 полосы.